приглашает вас на футбол. Всем привет, погода сегодня дождливая и ждем начала матча. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мечтает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Вполне арбитр может за такое предупреждение вынести. Вас на футбол. Всем привет, погода сегодня дождливая и ждем начала матча. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мечтает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Вполне арбитр может за такое предупреждение вынести. Вас на футбол. Всем привет, погода сегодня дождливая и ждем начала матча. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мечтает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Вполне арбитр может за такое предупреждение вынести. Вас на футбол. Всем привет, погода сегодня дождливая и ждем начала матча. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мечтает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Вполне арбитр может за такое предупреждение вынести. Вас на футбол. Всем привет, погода сегодня дождливая и ждем начала матча. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Мечтает играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под прессинга, оставаясь при этом с мячом. Вполне арбитр может за такое предупреждение вынести.